Ой! Здравствуйте, друзья! С вами канал сайта skustor.ru. Сегодня мы поговорим о вот таком вот ноже Balisong. У нас он больше известен как бабочка. Нож бабочка. Значит, у меня сын поигрывает в игру CSGO и попросил меня заказать ему нож керамзит оттуда. Вот, я глянул, что-то он как-то очень мрачно выглядит. Можно пораниться, очень острый. Я сказал, не, да ну нафиг. Но наткнулся на вот такой вот ножик. Тоже, кстати, написано, что он есть в CSGO. Я, правда, его там не встречал. Вот, но сын говорит, что видел. Ну, сказал, окей, заказывай. В общем, заказал, приехал. На упаковке даже было написано, что это Child Toy, детская игрушка. Вот, ну, нож действительно тренировочный называется. То есть он затуплен. Сейчас мы его закрепим. С ним не порежешься вообще никак. Ну, я специально брал не классический вариант Balisong'а, то есть прямой с острым лезвием, а вот такой вот загнутый. Вот. Еще тут очень хорошая такая штука, что его вот можно крутить. И даже вид спорта или что-то типа такого имеется, называется флиппинг, то есть вращение этого, искусство вот вращения, выбрасывания, там как-то вот так в руках еще можно делать. То есть ребята крутят там на одном пальце его, ну то есть развивают руку именно, ну и очень интересно. Думаю, поинтереснее даже, чем спиннеру вот так обучаться. Но я пока могу вот так только его выкидывать, закидывать довольно медленно. Вот, сыну очень понравился. Нож, кстати, ну, так хорошо тактильно ощущается. То есть он такой тяжеленький. У него вот эта часть металлическая, действительно. Сейчас, кстати, магнитик принесу, даже покажу. Так, вот магнитик. То есть магнитится вот эти вот болты. Там тоже металлические. Вот эта вот защелочка металлическая. Ну, а ручка сделана из какого-то плотного материала, не знаю, может, плотный пластик. Вот. Ну, расцветка. Вы сами видите, тут с черепами. Ну, продавца там с десяток расцветок разных, каждый себе что-то подберет. То есть, в принципе, его можно заточить и будет, ну, там, нож для шашлыка, я не знаю, что им там можно делать. Ну, ссылочку я оставлю в описании на этот нож, наверное, на классический вариант и на текстовый обзор. Спасибо за просмотр.